Еще одна победа. Телекомпания РГВК «Дагестан», корреспонденты программы «Время новостей» стали победителями и призерами республиканского молодежного медиа-конкурса «Продвижение». Проходил он по четырем номинациям: «Молодежный медиа-проект», «Большой материал», «Новые медиа» и «Лучший сюжет о молодежном мероприятии». В крайней номинации первые и третьи места заняли материалы наших коллег Хаджат Мазгарова и Умы Ибрагимовой соответственно. Жюри при оценке материалов учитывали применение автором креативных и молодежных подходов, а также актуальность проектов для молодежи Дагестана. Призовой фонд конкурса составил 250 тысяч рублей. Участвовали порядка 30 молодых дагестанцев. Это заслуга всего коллектива информационного вещания телеканала РГВК «Дагестан». Спасибо за отличную операторскую работу, за качественный монтаж и за удачное продюсирование. Стоит отметить, журналисты телекомпании РГВК «Дагестан» регулярно принимают участие в конкурсах и становятся победителями и призерами.